Всем привет. Сейчас буду красить диски на Grand Cherokee VJ. Будем снимать колеса. Дальнейшую процедуру постараюсь показать на видео, как это будет происходить. Кому интересно, смотрите. Все, погнали. Так, ну вот так вот выглядят диски. Облезлые уже, не очень красивые. Вот я беру болгарку и болгаркой все зачищаю. Так, берем болгарку. Вот такая вот насадка. И зачищаем. Зачистил болгаркой. Вот здесь зачищено, здесь не зачищено. Ну потом я беру наждачку, еще наждачку пройдусь, и все будет четко. Потом грунтовка и потом краска. Но это в дальнейшем. Покажу. Зачистил я все 4 диска. Смотри. Сейчас на мойку отвезу. Помоем. Моем все четко. Будет все супер. Так, берем чистую тряпку, чтобы не было ворсистая, там грязь, ничего, просто вот чистая. Берем обезжириватель. Намочили. Так, все, можно. Нормально так было у нас. Обезжириваем диски перед грунтовкой. Солнышко светит, все хорошо. И грунтуем. Переворачиваем колесо и также сам все делаем с другой стороны. И так делаем все 4 колеса. Так, ну лучше, конечно, красить, когда солнце. Когда солнце, видно все погрешности. Где покрашено, где не покрашено. Так, вот так выглядит. Это потом краской закрасится здесь все. Так что все будет четко. Вот 2 слоя сделал. 2 слоя получилось у меня грунтовки. Нормально. Ну, то, что на резине, это ерунда. Буду красить, закраситься. А так получилось отлично. Вот я взял пистолет. У меня пистолет есть. Компрессор у меня. Если у вас этого нету, конечно, можете купить в баллончиках и все, как бы не заморачиваться. Но в баллончиках дорого там, и не успеешь там покрасить баллончиком, уже и краска там заканчивается. Все, начинаем процесс. Сейчас посмотрим, что из этого получится у нас. Ну, думаю, будет нормально. Погнали.
ничего, супер получается вообще. Сейчас еще. Можем и резину тоже. Первый слой сделал, сейчас чуть подсохнет, сделаю еще один слой. Получается хорошо, конечно. Так что вот, сами видите результат. Все супер будет. Сейчас подсохнет. Еще раз слой положу. Так, ну, я тонкий слой кладу тоненькими. Солнце светит хорошо, все. Высыхает быстро. И когда при солнце видно недостатки где. То есть можно где-то докрасить, где не докрашено там. То есть, ну, все хорошо. Так что красьте сами, не бойтесь. Все у вас получится. Так, закончил я покраску. Смотрите, как получилось классно. Ничего не видно. Как... Ну, все зачищено, хорошо было. Все вот, как это все выглядит в покрашенном виде. Покрасил диски. Получилось все отлично. Ну, краска оставалась. Я пыльнул еще под крыльниками. Помыл там, почистил. Так, чтобы уже все было красиво. Сейчас лето. Здесь вам покажу. Так, я пыльнул все. Как новое теперь.
Я подсохнет все, буду собирать. Все, потом, когда поставлю, уже заключительно все сниму и покажу уже, как это все будет выглядеть. Колеса. Вот так это выглядит. Также делайте сами, не бойтесь, что у вас не получится. Делайте, и все будет нормально. Главное, чтобы было желание. Дешево и сердито. Вот покраска мне обошлась до 1500 рублей. Все отлично. Все супер. Кому понравилось видео, ставим класс, подписывайтесь на канал. Надеюсь, кому-то был полезен мой ролик, мое видео. В дальнейшем также, что буду делать, снимать, может кому-нибудь и пригодится. Все. Всем до свидания, удачи на дорогах вам.